Вот уже 32 года подряд рабочий день Татьяны Егоровой начинается с одного и того же маршрута. Как признается главный технолог очистных сооружений, это сердце предприятия. Именно отсюда начинается очистка канализационных источных вод, которые поступают со всего города. За этим оборудованием необходим постоянный контроль. За 30 лет здесь даже появились свои традиции. После каждого ремонта о борт аэротенка разбивается бутылка шампанского. Очень долго мы ковырялись, потому что у нас ни опыта не было, ничего. Сделали, и он приехал с бутылкой шампанского и говорит, ну давайте хоть как-то обмоем по нашей традиции. А кто-то из слесарей говорит, давайте лучше аборт, как и пусть наш корабль. И мы его как шарахнули эту бутылку, и все. И это было где-то, наверное, в 88 году. В подчинении у Татьяны Сафроновны почти 70 человек, большая часть из которых – мужчины. Трактористы, сварщики, бульдозеристы, контролеры. Женщину-руководителя они слушают беспрекословно. Она всегда дает дельное поручение, признаются сотрудники. К тому же Татьяна Егорова – одна из старейших работников производства. Она принимала участие в строительстве всех этих коммуникаций и знает о работе очистных сооружений абсолютно все. Александр Маслов вспоминает, как еще будучи студентом, попал под ее руководство. Она прекрасная женщина, да, во-первых, ну как, не конфликтный человек, справедливый, требовательный, конечно, она тоже, вот это, не отнять ее качество, но они такие положены, но как женщина она прекрасная, вы сами видели, такая радушная, ну, приятно работать, я работаю вместе с ней с самого начала, поэтому я прекрасно знаю, как говорится, ей было 28 лет, ну, мне 25, когда я пришел сюда. Маршрут главного технолога завершается в бактериологической лаборатории. Здесь применяются все знания в химии. О жизни бактерий зависит качество очистки воды, поэтому мониторинг и химический анализ проводятся по несколько раз в день. Система очистных сооружений – это тонкий и отлаженный механизм. Малейший сбой может напрямую отразиться на жизни всего города. Предприятие очень необычное. Как-то вот едешь там в автобусе, и начинает кто-то там говорить, а честно, да там, ты знаешь, они воняют, там одна большая яма вырыта, туда все качают. Люди не представляют, что это такое. Что это масса всего, задвижечек, вентилей, насосов, какие-то трубочки, какие-то гаечки. И они каждый день корродируют, каждый день. Вот сегодня вдруг раз, и прорвала та труба, которую мы уже и забыли, и она нам 100 лет не нужна была. Она нам напомнила, что, ребят, надо было все вовремя делать. А территория огромная, 13 гектаров территории. И вся она, вся как этими жилами человек, вот так все насыщено трубопроводами. Уже совсем скоро у Татьяны Сафроновны наступит горячая пора, курортный сезон. По сравнению с зимним периодом, объемы потребляемой воды увеличатся в 2, а то и в 3 раза. Поэтому сейчас все внимание проверки комплексного оборудования, чтобы предстоящий курортный сезон прошел чисто и без сбоев.